Если я тебе не нравлюсь, застрелись. Я не исправлюсь. Если я тебе не нравлюсь, застрелись, я не исправлюсь. Ахмат, сила, ёпта. Всё, бля, ёпта, родина пошла нахуй. Йо-хо-хо, сейчас как соседи-то понабегут. А вдруг это дроны, блядь, ёпта. Это уже ракетный удар, всё. Так, всё. Это вот, это уже наведение идёт Хаймерса. Так. Помните, да, такие были? Так, с фонариком все. Это застрелись я не исправлюсь. Все, мы показываем целеполагание, так сказать. Ну, то есть мы идем в будущее светлое. Далее. Ну, жвачки Turbo Love Is. А, ну, допустим, ну а что? Может, у меня лампочка щелкнула. Две лампочки выбило, потому что они так хлопнули. Правильно, всякое же может быть. Turbo Love Is. Все. Далее. Какие там, значит, есть что? Ну, вот есть вот эта штучка. Есть такая вот штучка. Ну, это как-то... Я даже не помню такого в детстве, если честно. Так, далее. Юпи. Юпи. Это надо насыпать. Помните, да, такой? Юпи-зука. Вот где гастрит. Так. Если у меня мужчины были нарциссичные, я нарцисс тоже абьюзила. Может быть, нарцисс снизу, может быть, сверху, может быть, пограничница. Не знаю, что вы с ними рядом делали. Смотря как у вас они были. Долго? Или как-то вы так их на улице встретились и там на первом свидании так раз, не буду с тобой. Это вы имеете в виду были нарциссичные мужчины. Что вы имеете в виду были? Вот кто-то от них двое детей уже родил, в Израиль переехал, только обнаружил, что он агрессивный. А до этого вы где были? Так, вот так. Ну, а теперь главное. Смотрите, петушок. Я выбираю в Тамагочи именно петушка. Кстати, можешь на кофе сэкономить, юпи заварить. И ты могу еще поиграть. А, да. Петушок. Допустим, мы выбираем петушка. Ну, потому что, понимаете, такая ситуация сейчас непростая. Так, селект петушка мы берем. Обязательно петушка. Где он? Рыбка, бабочка, пчела, свинья, гусь. Лиса какая-то. Что-то много тут. Ну, блядь. Ой, простите, пожалуйста. Так-то я вообще уже с дипломом Теланс, если честно. А, вот он, петушок. И выбираем. Оп, тайм. Установили. Name Tom. Tom. Петух Tom. Оп, и он погнал. Вот он, петушочек. Петушочек. Ну, допустим, он поехал в Курск. Или из Курска. Ну, может такое быть. Ну, так. Ну, вот. Все. Уже нагадил. Ну, это понятно. А как вы хотели? Значит, дальше. Музыка. Итак, а какие тут игры есть? А вот какие. А какие родины предоставят, такие будут. Что-то вот какие-то танчики. Но мне вот вообще музыка нравится. В принципе, и в этом Тетрисе также. Все. И у нас остается что? Йо-йо. Йо-йо, смотрите, сейчас. Заодно чуть замуж не вышло. Заодно, что, чмо? Он был жертвила, рассталась с ним 3 года, была с ним. О, ну, что-то вы застряли.
Значит, у вас родители какие-то такие же. Вы все там это просчитывали. Оно, не оно. Замечалось, что он скачет из роли родителя в роль ребенка. Ну да. Значит, и вы тоже. Вы для него и мама, и дочка одновременно. А он для вас и сын, и папка, ну, точнее, мама тоже. Мама. Это не гендерная роль и позиция. Мама – это функция. Ёпта. Опа, ё-ё, сейчас пошёл. Та-та-та-та-та-та, Родин появляется, бля. Ёпта, мать. Так, ну ладно. Короче, вот такое. И Дэнди еще. И Дэнди. Вместо Тетриса положили бы в комплект игрушку, где волк яйца ловит. Ну вот положите. Накопите. Нет. Подарите мне Тетрис. Ой, это самый волк ловит яйца. Вот. А лучше приедьте, да поймайте мои. Поэтому так. Лучше. А вот так. Мы берем не то, что хотелось бы, а то, что есть реально. Вот приехал набор, и там нету волк ловит яйца. Ладно, давайте еще раз включу вас. Вам. Ну-ка там одно и то же, блядь. Мне уже надоело. Все. Значит, что еще? Это все похлопали. Это Ахмадсила. А это у нас... А, фишки еще есть. Ну, фишки, кстати, вообще не такие были. На самом деле. Все это новодельная хуйня. И все это не ламповая, аналоговая реальность 90-х. Все это фальшивка и параша. Все это опять фальшак какой-то. Это все имитация. И Дэнди это не тот, блядь. Вообще... Вот. Ну, указка более-менее. О. Это у нас система наведения. Так, Михаил, ну так, если вы за свидание ценник с 15 миллионов объявили, сложно представить, какой чек будет за ловлю яиц. Ну все, хватит, заканчивайте, Лаки. У нас серьезно разговаривали ток-шоу. Я все никак не могу понять, уже третий год. Выхожу в эфир и думаю, у нас серьезное или ток-шоу? Все, хватит. Прекращайте. Так. И вот эта спиралька маточная. Мы ее распрямили просто. Ну что, мои дорогие, в принципе... Через 20 минут мы можем с вами расставаться. Вот. Может быть, какие-то у вас есть напутствия, вот какие-то те самые штучки такие вот, просто шарики. Ну, в общем, это самый дорогой набор. А если там еще дешевый взять, это я вообще не представляю, что там за дерьмо будет. Ну, короче, это все не то. Все, я недоволен, я пишу в Роспотребнадзор и Мизулин, и все. И в Следственный комитет сразу пишу. Мне это не подходит.